По праву учредителя, создателя своих парков, я не только хочу подвести сегодня итоги, но я хотел бы сегодня чествовать тех сотрудников, которые отличились в этом сезоне, отличились на своих рабочих местах, работали не только отрабатывая, так сказать, зарплату, но и были взаимозаменяемы, не были замешаны ни в какой коррупции, не пугали нас своими уходами и многое-многое другое, что позволяет мне доверять этим людям и поощрить в силу моих возможностей и полномочий. Поэтому больше 500 000 рублей выделено на поощрение сотрудников зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Прошу всех поприветствовать это. Я хотел бы выполнить также миссию, прежде чем мы перейдем. У нас свободная сегодня программа, мы будем сегодня песни с нами. К нам приехал наш большой друг нашего парка Роландес. Прошу Роландеса поприветствовать. Вы знаете, солист Днепропетровской филармонии. Вот большой друг Филиппа Киркорова, золотой голос России и Украины. И он сегодня будет петь новые песни под теми носовки, которые ему передал лично Филипп Бедросович Киркоров. Так что у нас сегодня на самом деле очень интересный вечер. У нас сегодня здесь, на нашем вечере, присутствует Юлия Бердичева. Юля, где она? Поднимись. Здесь. А, вот она здесь. Она снимает. Она, как всегда, здесь. Юлия Бердичева, Москва. Тайган, Москва. Сегодня здесь присутствует Галина Ломакина, наш блогер. Надежда Чуликова. Поднимитесь, Надежда. Не все знают вас, может быть. Елена Новосяглова. И другие наши гости и сторонники. Итак.